Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Прирасток» и не только. Сегодня мы 10-й день на море, и сейчас с рупоров предупреждают о штормовом предупреждении. Ну, то есть штормовое предупреждение слышится. Не поверите, буквально утром и вот до 4 часов, до 16, было абсолютно спокойное море, штиль, ярко светило солнце, и сегодня вот сейчас уже время 8, вот такое вот небо, вот такое вот серое, прям обложило полностью, и абсолютно бушующее море. Ну, конечно, не шторм, но волны очень высокие, и слышны предупреждения о том, чтобы не заходили купаться в море, чтобы не подводили детей к морю, что это опасно. На спасательных вышках вывешены черные флаги. Это тоже предупреждение о том, что в море заходить опасно, опасно для жизни. Я сейчас нахожусь на территории палаточного городка. Вот так вот здесь это все. Вот баки мусорные. Все скошено, все убрано. Палатка уменьшилась. Вообще народу сегодня уменьшилось, потому что сегодня уже 30 августа. И народ резко схлынул. И палаток тоже стало гораздо меньше. Вот смотрите, какой большой промежуток пустует. Но, тем не менее, кто-то уезжает массово, а кто-то еще и приезжает. Вот там видны палаточки, палаточки, палаточки. Люди все равно еще надеются продлить или осуществить задуманный отдых. Сейчас я подойду к морю, но там вряд ли смогу говорить, потому что шум прибоя будет очень так слышен. Ну, дам вам возможность послушать волны, может быть, порелаксировать, посмотреть на гребни, на пену у берега. Поэтому, кому нравится, ставьте лайки, не забывайте. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал.